Воюющие на стороне оппозиционных формирований в Сирии вооруженные экстремисты напали на древний православный монастырь Ильи Пророка в окрестностях города Эль-Кусейр в 20 километрах от сирийско-ливанской границы, передает Итартас со ссылкой на сирийское госинформагентство. Как сообщил в субботу настоятель монастыря Гадир Ибрахим, боевики опустошили христианскую обитель, вынесли церковную утварь, взорвали колокольню, разрушили алтарь и купель. В довершение всего они снесли статую ветхозаветного пророка, чтимого в Сирии как христианами, так и мусульманами, отметил игумен. Осквернение храма и монастыря – дело рук наемников-чужеземцев, убежден Ибрахим. По его словам, сирийцы не осмелились бы совершить подобное кощунство. Игумен напомнил, что возраст обители превышает 1500 лет, и она находится под охраной государства как архитектурный памятник. За прошедшие 2 года конфликта в Сирии были разрушены десятки церквей и мечетей, главным образом в Хомсе и Алеппо. Пострадала также старинная синагога в Джубаре, пригороде Дамаска.